Когда я встретил первый раз свою супругу будущую, этот день никогда в жизни не забуду. Ну, наверное, когда выбираю подарки к Новому году всем своим родным, близким, всегда какая-то возникает фантазия, то есть что-то хочешь придумать, чем-то удивить. Наверное, эти дни. Поступление в институт. Ну, потому что для меня важный день был поступить в этот институт, в который я хотел. Повторил бы выпускной. Почему танцевал плохо? Исправился бы, танцевал бы лучше. Наверное, день рождения ребенка. Ну, потому что приятное событие в жизни. Мне все мои дни нравятся, все замечательные.